Более 10 тысяч водителей по Дагестану получат уведомление о штрафах за превышение скорости. Такие данные озвучили в госавтоинспекции по результатам работы фото-видеофиксаторов. За последние 2 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» таких аппаратов на дорогах регионального значения было установлено 50. Закреплены они в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.